Ну а что произошло, как вы считаете? Произошел взрыв. А что там прилетело? Ну прилетело. Машина загорелась. И вот снегом засыпало. Вы находились снаружи машины? Да. Так, ну, то есть помните, что взорвалась просто машина ваша? Да. Машина я или автобус? Упал. Что мы все втроем упали, его засыпало снегом. С Сергеем Скорноуховым мы его раскопали, оказался живой. Начали уходить от машины, потому что она загорелась. Дошли до хвоста на улице Свободы, где была Корноухова оказана медицинская помощь. Он получил ранение в спину. А что прилетело? Откуда я знаю? Что-то неприятное. Как вас зовут? Как вас? Я Дюра Михаил Анатольевич. СЦКК Донецкой Народной Республики. Мы находимся в районе Крутой Балки на дороге на Васильевку, на насосную станцию. Во время чистки снега 131-й ЗИЛ, который вы видите сзади меня, был обстрелян с украинской стороны, с района Каменки, предположительно с БМП-1. Вследствие чего пострадали 3 человека, находившиеся в автомобиле. Один из них средней тяжести, двое, водитель и второй слесарь, получили контузию. Я правильно понимаю, что машина была с желтой будкой? И было, да, с желтой будкой, на ней написано было КП «Вода Донбасса». То есть было очевидно, что это не военный автомобиль? Нет, конечно, нет. Она здесь проезжает по несколько раз в день туда и назад. И кроме него, в данный момент в связи со снегом, мы на этой же машине осуществляли доставку людей на фильтровальную станцию, на ДФНС. И сейчас получается возможность доставлять работников на насосную, на фильтровальную станцию? Нет, есть еще транспорт, но теперь уже на один меньше. Спасибо. По пострадавшим есть какая-то информация? Ну, двое контуженные. Ну так, нормально, адекватно, все в порядке. По третьему пока неизвестно, он доставлен в местную больницу города Ясиноватая. По предварительным данным, порядка 12 осколков он получил. Но это пока так. Пока больше ничего сказать. Спасибо. Врач-травматолог, дежурный врач-травматолог, Ясиноватская центральная районная больница, врач Остапов. Наш пациент Корноухов Сергей Александрович поступил на приемный покой нашей больницы после обеда от последствий минно-взрывной травмы. При выполнении наряда по работе во время очистки снега на трассе Донецкого Горлова, назовем ее так, попал под взрыв неизвестного снаряда. Возможно, это был РПГ. Состояние пациента оценено как средней тяжести. Состояние стабильно, угрозы для жизни нет. Выполняются необходимые лечебные мероприятия. Сколько осколков там было, не знаете? Да? Один осколок. Ну, в принципе, какое-то имеет значение. Да? Насколько я понимаю, одного. Там ран было порядка 12, а часть... Множественное, да. Ну, речь идет о крупных осколках. Крупный один осколок. Ранение не проникающее, скажем так, мягких тканей, грудной клетки. Насколько я понимаю, остальные осколки достали еще на блокпосту и в скорой помощи? Да нет, скорая помощь излечением осколков не занимается, да. Это задача стационара, какие-то условия необходимые. Будем говорить так, те осколки, которые возможно достать, да, они будут
извлечены, да, что-то останется наверняка. Ну, что-то я понимаю, речь идет о мелких осколках. Сейчас в жизни пациента ничего нет. Да, да, именно так. Угрозы для жизни нет. Чувствовать себя, ну, мы оцениваем как состояние средней тяжести. Всего большое.